Себе снимал ролик про черные дыры. Конечно. Был бы вот эта штука самая страшная, которая в конце ролика всегда. Типа, а теперь. Показали вам самые страшные дыры, найденные до этого года, но в этом году. Их по массе вроде как определяют. Так вот видите на массе. Ярик, иди шрахуй в центр, если ты без игрока. Дали, дали! В него, с двух сторон. Центр, центр есть. Блядь. Блядь. Дали, хорошо. Есть. Леса! Да, блядь! Короткий, Ося! Эти слова. Герой. Он вытащил опять? Ну, ты просто брал в руки. Вытащил. Come here, sir!
его на постраховке, блядь. Нужен врач, врачан. Андрюха! Мы фотограф. Типа, если не фатально, то пусть возьмут эту разморозку. Мог взять? Не, ну там такое. Ну, мог, нет? Ну, типа, гипотетически. Ну, если у него улетело, то да. Ну, если у него улетело, знаешь, так в каждого вратаря, если бы летело. Отскочи, Бен! Ну, если так рассуждать, то... Просто знаешь, в девятку, не в девятку. Мы два раза его сыграли. И так летел, чтобы не стал. Не понял. Ну, то есть без вариантов. Хорошо. Меня тогда интересовало. Просто, ну, знаешь, чтобы он потом же обычно летает, это все были такие мячи, знаешь, типа, когда вот я, типа, я не в это, там, такое не берется. Ну, первый матч пропустил, потому что там защитники тупо дали выход. Ну, оправдывается, знаешь, он обычно оправдывается. Вот, типа, и виноватых ищет. Есть, сумочка вон. Да. Синенькая баллончик. Лучше с водой, да. Живо! Ваня, Ваня!
Подожди, у меня матч, если еще тоже. Я не могу отрываться. Да, что это такое? Что это было? Это был штрафной? Он был в пределах штрафной. Он должен был как бы пенальти давать, нам на пенальти не тянуло. И он дал свободный удар, знаешь? Лучше бы дал бы пенальти. Я понял. Лучше бы через, ну, лучше бы пенальти уже дал, знаешь. У Вити хотя бы были шансы бы его взять. Чи, да. Андрюха, Андрей, три мяча уже. Возьми сюда, Олеся, возьми РКБН, пойди вы. Говорю, что Витя три мяча уже пропустил. Не в том смысле. Ну не виноват. А там такие же не берутся. Не, вот тут последний реально не берется. Он его даже не видел. Автогол, там, да. Там от пятки защитника улетело, да. Но я не уверен, что это автогол. Мне казалось, что рикошет это не автогол. Come on!
же рассказывал, что вы не теряете ни вторник, ни среда. Yeah.
Что-то 2-3? 3-3. По трем? Да. Это, наверное, просто раскалено уже все. Такая интрига. Ну, пропустит он или пропустит? Не нечаянно такое. Хорошо, Максимка! Борис до конца! Здесь серия пенальти будет. Не, не будет пенальти. Это еще... Таблица. Все, да ладно. Еще раз, то что потерял? Что потерял? Синюю? Какая? Цвет? Темно-синяя, 8-й. Найдем. А никто не мог забрать. Ну, на крайняк он чё-то... Вот чё-то висит синее. Вон что-то висит синее. Не оно? Не, она такая тёмно-синяя. Понятно. Сейчас, секунду. Да. Я... Нормально тут? Я караул. Дитька. Что отсюда виднее? Отсюда просто виднее, знаешь. Тут классно. Тут? Да. Ну, так. Никогда ты 3 часа здесь тупишь. Ну, 5 часов в общей сложности. 4. Да, 4 часа. Не, были когда-то и по 5 матчей. Были когда-то и по 6, и по 7. Да. Точно было. На холоде. Если в этом внизу еще двигаться магнитит, магнитит нет. И тут прохладнее просто, чем внизу. Да, в итоге не за что. Да.
Витя, вернись на ворот. Я сделал. Алло! Радуется. Что, все-таки 4-3, да? По 3, по 3? Они сначала выигрывали, потом отыгрывали. 4-3 или 3-3? 4-3. Где герой? Можешь спускаться? Сейчас. Давай!